Приобретение жилья и смена лицевого счета с поставщиком воды. Ненужное требование или необходимость. Сегодня коммунальный ликбез на эту тему. Давайте выяснять. На сегодняшний день, согласно требованию 354-го постановления правительства Российской Федерации, именно собственник, то есть тот, кто стал собственником, несет бремя ответственности по внесению изменений в свой лицевой счет. Предыдущий собственник жилого помещения вправе обратиться за расторжением предыдущего своего договора, однако полный перечень документов он предоставить не сможет. Именно новый владелец должен подать документы в МУП «Уссурийск-Водоканал», ну, как и в любую ресурсоснабжающую организацию. Согласно требованиям действующего законодательства, такие документы – это выписка о праве собственности на помещение, ну, естественно, реквизиты, паспортные данные, либо ИНН, либо иной идентификатор гражданина. Далее также нам необходимы сведения о количестве проживающих либо прописанных и документы о приборе учета. На сегодняшний день в зависимости от способа управления на доме, в зависимости от того, какое решение приняли собственники, регистрационный учет ведет либо управляющая компания, либо МКП-партнер, ну, еще ряд организаций. Поэтому собственник может только узнать у своей управляющей компании, где ему брать такую справку, либо через МФЦ большинство граждан могут получить справку о количестве зарегистрированных.